Опять текст с картинкой не вяжется. Я не понял, непонятно вообще. Вот именно картинка вообще что-то непонятно. Накапал себе в стаканчик немножечко кровушки. Зря ты это сделала, малая, зря. О, танцульки пошли. Всем здорово. Здорово, видишь? Вы на канале Эйвайп. Меня Пончик. Меня зовут Влад. А я Антон. Это... А это Пончик. Пончик, который любит потриндеть на камере. Да. С нами. И очередная ваша... Пончик, я ж тебя не буду вырезать. Да. То есть просили не вырезать, да? Да. Да, пока они там развлекаются... Очередная ваша просьба, энхайпен, что бы это ни значило. Короче, да, лайк, подписка, комментарий, и мы просто начинаем без... Поехали. Без всего, да. На остановочке, остановочка. В Хогвартс, шучу. Да не, у них просто это, форма такая школьная, типа. Что-то ставили, что-то... That's not... Приглашение какое-то. Первое правило тетради смерти. О, а видишь, это другие чуваки. Клубешники. Тортик. Танцульки пошли. Какой-то выпускной у кого-то прошел. Ну, или как приглашение, помнишь, типа, было, ну. Ну, там какая-то, видимо, ну, школа. Не... У нас там были школьники, видимо, это была какая-то школа. Ну, типа, знали, какая-то это, ну. Какой-то выпускной. Либо просто сходняк какой-то, ну, своих. Ну, там они же как бы там перевращались в кого-то вначале. А это другие были. Там же видел красный значок был. Ну так они сейчас, наверное, придут и как бы сделают всем настроение. Настроение. Цвет, будет цвет настроения красный. Ну ясно. Ты что сделал, моё? Танцульки. Сейчас такая, возможно, не все поймут, но те, кто поймут, те поймут. Там такая была отсылочка. В чем это? На этом кадре. Те, кто читал или смотрел «Атаку титанов», возможно, могут сейчас понять, о чем я говорю. Там тоже... Бля, сейчас же будут спойлеры для тех, кто не знает. Но... Не, будет без спойлеров. Ну, да, сказал бы это, да. Канал про музыку.
Ну, те, кто, ну, как бы, Восток, там, аниме, вся фигня это. В Корее, как бы, тоже есть манхвы, как японская манга. Ага. То есть, они тоже, ну, в теме всего этого. Но тут... Там прям спойлер. Ну, почему он сотворил подобное? Но кто понял, тот молодец. Тот в комментарии напишите, если... А я понял. У нас будет... Все. Объяснение в студию просто. А, нет, тихо. И вот это пришла, которая взяла. Видимо, продолжение в следующем клипе, я так понимаю, так? Опять текст с картинкой не вяжется, на мой взгляд. На мой субъективный взгляд. Ну и, видимо, должно быть продолжение какое-то. То есть нам посоветовали не до конца, надо как-то было с продолжением истории. По идее, должен быть еще какой-то клип, где продолжение этой истории, бо она только пришла в конце. Или так, нету? Ну, понятно, но только то, что было до этого. Да, какой-то был клуб мальчиков, которые любят пить кровь. Получается. Ну, но они не вампиры. Или вампиры. Ну, не было прям куйков. Не, ну он же там типа себе прокусил руку, типа ну, там да. Накапал себе в стаканчик немножечко кровушки. Своей же. Жарца замучила. Я не понял, непонятно вообще. Вот именно картинка вообще что-то непонятно. Ну, в смысле, непонятно, что не закончено, что Чё вообще происходит. Было? Да. Надо, чтобы кто разбирается в этом написал, объяснил. Обсуждаю текст, картинка немножечко. То есть кровь какие-то по стенам со всех дырок кровь идет капать. Потом что в конце падает. И там уже другие ничего нету. И она пришла. Ну, которая так нашла. Зря ты это сделала, малая, зря. Наверное. Там плохого, ой, хорошего не жди. Там будет такая кровь, литры крови. Ну, а по песне что? Трек в целом такой, ну, клубный. Клубный, да. Бодренький, веселенький. Ну, нравится. Добрый певчик, пиленький. Танцульки нормальные были под конец. Мне понравились танцульки под конец с образами такими неформальными. Всегда. Ну, танцульки-то прям... Классика. Там уже, да, можно об этом не говорить. Там все всегда хорошо. Но непонятно все равно. Ну, очень интересно. В комментариях там отпишись вообще, о чем он. Может, вы тоже, может, не понимаете, о чем он. Будем разбираться вместе. Ну, да, какое-то есть, будет продолжение, скорее всего, по-любому. Ну, будем ждать. Может быть, там будет все понятнее. Понятнее. Да. А на сегодня все. Ставь лайк, подпишись на канал, группу ВКонтакте, Инстаграмы, комментарии, все как всегда. Все по стандарту. И всем пока. Пока.